Добрый день. Мы работаем в прямом эфире на первой сессии областного собрания депутатов 6 созыва, которая проходила 25 и 26 сентября. Были утверждены 14 комитетов и избраны их председатели. Комитет по здравоохранению и социальной политике вновь возглавил Сергей Эммануилов. Сегодня он гость программы «Такие дела». Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Здравствуйте. Вы хирург, но вот давно занимаетесь политической деятельностью, значит, чувствуете какие-то результаты от своей работы, да? Ну, реально, мой стаж политической деятельности не так и велик. Это чуть более четырех с половиной лет после того, когда я вошел в состав областного собрания и стал заниматься уже реальной политикой. Угу. Дело в том, что все становление парламентаризма в Архангельской области происходило на моих глазах, так как я с 90-го года работал в составе правительства области, теперь уже можно так называть. И было разное. Суть сводилась к тому, что на определенных этапах это было достаточно тяжело. И в части взаимодействия, то есть это становление протекало тяжело. Был и популизм, были интриги, было все. Поэтому я все-таки считаю, что удел политик это удел профессионалов. И поэтому счел возможным и необходимым пойти в политику. Я думаю, что нам удается это делать. Наверное, основным итогом прошедшего периода это было принятие все-таки областного закона о полномочиях Архангельской области в сфере здравоохранения. Ряда других законов, находящихся, скажем так, в полномочиях уже чисто по социальной политике, в социальной сфере. Это вопросы, связанные с мерами социальной поддержки семей, имеющих mm -hmm. детей. Это ряд новых, таких достаточно инновационных законодательных актов, которые были приняты относительно профессиональной опеки над недееспособными и о приемных семьях для пожилых и Инвалидов. Это вы говорите о результатах за прошлый Это прошедший период. период да. Но вот что-то осталось недоделанным, все-таки вот вновь вы возглавили комитет? Ну, безусловно. Прежде всего, наверное, определенное удовлетворение связано с тем, что нам не удалось найти таких эффективных и действенных механизмов, ограничения платности медицинской помощи. Угу. То есть это тема, которая поднимается постоянно в обществе, и в том числе в нашей Архангельской области, достаточно болезненно. Да, еще немножко поговорим попозже чуть, угу. да. Так, а еще какие проблемы? Uh, это проблемы, связанные с доступностью первичной медицинской помощи в целом. То есть это достаточно взаимосвязанные такие вещи. Ну и ряд других направлений. Это индексация мер социальной поддержки ветеранов Архангельской области. За прошедший период времени нам не удалось радикально решить этот вопрос. Нам не удалось выйти на очень эффективный уровень решения вопросов, например, по созданию необходимых условий доступной среды для инвалидов. Поэтому предстоит огромная работа mm -hmm. над решением mm -hmm. Ну вот это прямо сейчас, задач. да, прямо сейчас вы на что кинете все свои силы, ресурсы? Ну я думаю, что перед нами стоит главная задача, это обеспечить реализацию вот этого областного закона полномочиях в сфере здравоохранения. Он достаточно инновационный, содержит много новых норм. Угу. Для того чтобы они заработали, над этим придется очень много потрудиться. Это те задачи, о которых я уже сказал выше. И это, естественно, решение вопросов поэтапного повышения заработной платы работникам социальной сферы. Это решение вопросов развития материально-технической базы. Это та же доступная среда mm -hmm. для инвалидов. Mm -hmm. И это решение комплекса вопросов, связанных с льготным лекарственным обеспечением. Mm -hmm. Вот эти вопросы, они связаны с программой по модернизации здравоохранения? Часть этих вопросов, безусловно, связана. А вот на ваш взгляд, на каком уровне находится сейчас система здравоохранения в Архангельской области? Ну, я полагаю, что система здравоохранения в Архангельской области она сохранила свои несколько давние позиции, несколько, наверное, даже их развило. Почему? Потому что с моей точки зрения, если оценивать позиции северо-запада, угу. то Архангельская область, наверное, находится на втором месте после Санкт-Петербурга совместно с Ленобластью. Мне сложно развести эти два региона. Я думаю, что это было бы справедливо с позиции такой экспертной оценки, учитывая, в том числе, высокий уровень развития высокотехнологичной медицинской помощи и специализированных видов министерства угу. Вы являетесь инициатором введения антитабачной стратегии в регионе. Вот сейчас вступил в силу уже и федеральный закон. Вот э, все это хорошо, да? Я думаю, что мало найдется противников, хотя, конечно, они есть. Но э, как достигнуть реального результата? Ну, дело в том, что у нас в областном собрании, как вы знаете, был создан экспертный совет по противодействию распространению курения. В состав его входили и входят в том числе и правительственные структуры. И вот данным составом экспертного совета еще до истечения срока наших полномочий в предыдущем созыве областного собрания был подготовлен план реализации стратегии. Угу. Он правительством был одобрен и принят, утвержден. Поэтому э, самая главная задача это действительно мало принять закон, важно исполнить да, ну, и реализацию. Да. Да. Поэтому у нас разработан совершенно конкретный ряд мер, направленных на реализацию этого законодательного акта. Прямо можете назвать по порядку? Ну, там четыре раздела на самом деле. Первое это мониторинг всех процессов, которые происходят в нашем обществе в части э, вот данной проблемы, да, проблемы курения. Второй раздел это м, обеспечение защиты прав а, некурящих. Да? Mm -hmm. Третий раздел может быть, я там что-то немножечко спутаю. Третий раздел это м, защиты прав некурящих. А, третий раздел это оказание медицинской помощи а, тем, кто принял решение о том, чтобы покончить с этой mm -hmm. вредной привычкой. И четвертый раздел он носит сугубо направленный информационный характер. Вот эти четыре раздела. Вы считаете, что это будет способствовать реализации? Мы считаем, этого? что это будет способствовать, потому что, во-первых, вот эти процессы они будут происходить, в том числе и в рамках нашего достаточно широко представительного экспертного совета. Понятно, что вот только наших институтов, наверное, будет в той или иной мере недостаточно, хотя мы привлекаем к этой работе и федеральные структуры, но все-таки мы не можем давлять mm. над ними. Yeah. Поэтому здесь, естественно, потребуется, по-видимому, я думаю, что определенный комплекс мер, который должна разработать и Российская Федерация. Mm -hmm. Вы говорили о правах некурящих, которые нужно защищать, безусловно. А я думаю, что ведь и курящие тоже потребуют в общем, своего какого-то суверенитета. Ну дело в том, что закон ведь не направлен на ограничение прав курящих, угу. он направлен исключительно на защиту прав некурящей части населения, поэтому, наверное, курящим придется с этим считаться, не наверное а точно. А бизнесу? Бизнесу дело в том, что, ну как вот мы говорим в простонародье, тут достаточно много пугалок. Суть в том, что начиная с 2004 года рядом Стран, европейских, в том числе Норвегии, были приняты достаточно радикальные законы, направленные на противодействие распространению курения. И, как показала практика Европы, вот эти опасения, они беспочвенны. Это первое. Второе, мы с вами находимся в рамках реализации вот нашего федерального закона, тоже достаточно пока ограниченный период времени. Но как уже показывает практика реализации этого закона и в малом бизнесе, то есть в том числе в ресторанах, в ресторанах, в кафе и так далее, там, где собственники, собственниками были приняты эти решения, на самом деле убытков нет. Достаточно быстро люди, в общем-то, ну, скажем, имеющие эту привычку, они привыкают к тому, чтобы покурить на улице. Такой полуличный вопрос. Вы-то как бросили сами? 40 лет курили? Ну, наверное, это было какое-то такое внутреннее решение. Ведь давайте будем не забывать, что порядка 40 лет назад отношение к курению было совершенно другим. У нас курили первые лица государства. Поэтому, несмотря на то, что медицина всегда понимала и понимает, и понимала всю пагубность воздействия потребления табака на здоровье человека, наверное, это накладывало какой-то отпечаток вот на те политические подходы, которые реализовывались в тот период времени. Угу. Поэтому и обрести эту привычку было гораздо проще. Сегодня это не престижно. И вот исходя из этого, исходя, может быть, из каких-то таких внутренних оценочных критериев, вот я понял, что с этим нужно прекращать. То есть вы сказали себе «стоп»? Это, да, это да? было просто усилие воли. А вот, кстати, как вы относитесь к тому, чтобы вот такие крайности, когда запрещают курение угу. э, в произведениях искусства, на экране и так далее? Ну, я думаю, что тут подход должен быть умеренным достаточно, понимаете? То есть, надо находить, наверное, какую-то золотую середину, которая позволяла бы в то же время не отвлекаться, вернее, не отходить от реальной жизни. Mm -hmm. Ведь нельзя закрывать глаза на это. Да? Но с другой стороны, вот, может присутствие этих вещей в сюжетах там, или еще где-то, оно не срабатывало бы, может быть, как какой-то, ну, такой пропагандистский, что ли, нюанс. Ну давайте вернемся к медицинским услугам и в частности к платным, о которых вы говорили. Вот сейчас все-таки такой угрожающий характер носят платные услуги, население пугается. И это, наверное, обоснованно, да, особенно вот в услугах скорой медицинской помощи. Ну вот, откровенно говоря, для меня был особенно, был особенно болезнен тот факт, что в ходе данной предвыборной кампании на всех практических площадках, угу. в качестве, наверное, одной из основных проблем, которая поднималась населением при встречах с депутатами, там, с кандидатами в депутаты на следующий период, это были проблемы, связанные с, прежде всего с доступностью первичной медицинской помощи, проблемы, связанные с платностью в медицине, особенно в областных, крупных, наших городских, лечебно-профилактических учреждениях. И это проблемы, связанные с льготным лекарственным обеспечением. Да, что вы можете сделать, как законодательная власть? Ну, я считаю, что кое-что нам уже удалось сделать. Дело в том, что вот в данный закон, вот в наш областной закон о здравоохранении включены нормы, которые пока, ну, скажем так, может быть, непрофессионалами, слабо, не профессионалами, слабо, пока не прочитываются. Mm -hmm. Но там включена такая достаточно мягкая вроде бы прописанная норма, которая устанавливает взаимосвязь между сроками ожидания диагностических исследований, таких как эндоскопия, таких как магнитно-резонансная, компьютерная томография и ряд других да, сложных диагностических исследований, и состоянием здоровья пациента. То есть вообще, в принципе, мы должны это ввести в практику, чтобы наши лечебные учреждения, лечащий врач, руководители лечебно-профилактических вот, наших заведений, учреждений, они несли прямую ответственность за соответствие вот этих сроков исследования и состояние здоровья пациента. Если сроки ожидания повлияют на состояние здоровья пациента, угу. в данной ситуации медицина должна нести прямую ответственность. К сожалению, на сегодня и в программе государственных гарантий у нас это четко не прописано. Есть весьма размытые сроки. Мы с вами знаем, что компьютерную томографию можно ожидать до трех месяцев. И так далее. Это максимальные сроки ожидания. И, как правило, это, в общем-то это превращается ну, в такой, что ли, экономический, коммерческий mm, да, этап да. вымогательства со стороны лечебных учреждений. К сожалению, это так. И когда, например, мы вступили в переговоры с страховыми медицинскими организациями, которые, мы, как по нашему своему представлению, должны выполнять роль защитников наших пациентов, наших граждан mm. вот в этой части, они, к сожалению, ссылаются именно к этой норме. Они говорят, что когда мы обращаемся с претензией в адрес лечебного учреждения в части того, что, например, пациент получил эту диагностическую услугу исследования платно, нас отправляют в программу государственной гарантии. Вот здесь нам необходимо найти инструменты. Я думаю, что мы должны принять очень непосредственное участие в разработке или корректировке программы государственной гарантии на 2014 год на 2014 год. И вот эти механизмы мы должны найти. Я полагаю, что у нас некоторые наметки есть, и uh -huh. это можно сделать. Дело в том, что имеющийся на сегодня вот массив парка медицинской техники, оборудования, он, в принципе, позволяет решить эту задачу успешно. Uh -huh. Кроме комитета, вернее, занимается не только здравоохранением, но и социальной политикой. Правда, что вот сюда входит у вас? Ну, в этот перечень входит решение вопросов мер социальной поддержки семей, имеющих детей. Это комплекс вопросов, связанных с ветеранами труда Российской Федерации, Архангельской области, также мер социальной поддержки, направленных вот на эти категории населения. Это инвалиды. Угу. Это наши стационарные учреждения социальной помощи которая расположен на территории Архангельской области. Это доступная среда для инвалидов. Вот весь этот uh -huh. комплекс вопросов. Я думаю, что сейчас уже каждый знает о том, что грядет сокращение финансирования социальных программ. Вот как вы будете на себе это ощущать, как справляться с этой проблемой? Мне сложно спрогнозировать на данном этапе вот эту ситуацию, потому что я могу назвать на сегодняшнем этапе только одну. Цифру, это вот цифра текущего финансирования, те объемы, которые выделены на социальную политику в текущем году. Это порядка 12 миллиардов рублей mm -hmm. в нашем областном бюджете. И необходимо учитывать тот факт, что из этих, из этих денег порядка 2,5 миллиардов – это федеральные деньги. Мы можем только пока предполагать вот на уровне устной беседы с нашим финансовым блоком, нашего правительства и так далее, относительно того, что формирование… Бюджета пока идет очень тяжело, что, по видимому, придется подойти к этому очень рачительно, и, возможно, придется чем-то поступиться. Mm -hmm. Очень болезненный вопрос. Это очень болезненный да. вопрос, да. Пока мы не приступили к бюджетным проектировкам, потому что у нас весь активный политический процесс, он закончился только, по сути дела, его mm -hmm. первая yeah. фаза, стадия 25 пятого числа mm -hmm. на первой сессии. Ну вот я думаю, что вы уже все равно прикидывали, на что направлять деньги в первую очередь. Ну вот я уже сказал, в первой политики. части это прежде всего угу. решение вопросов, связанных с необходимостью повышения оплаты труда угу. работников социальной сферы, потому что прежде всего у них достаточно низкий уровень оплаты труда. И фактически, если мы выйдем на дорожную карту, то они в этом году, дай бог, только сравняются с уровнем оплаты труда, например, младшего медицинского персонала. Угу. Наверное, это не очень здорово, но вот по факту дорожная карта пока ориентирована на эти показатели. Это решение вопросов, связанных с формированием доступной среды для инвалидов, то, о чем мы говорили. Это нами уже разработано было совместно с Министерством социальной защиты комплекс, вернее, был разработан комплексный закон, закон, включающий в себя все меры социальной поддержки семьи имеющих детей. На сегодня таких законодательных актов и подзаконных актов Достаточно большое количество. Здесь вы уверены, что здесь сокращения не будет финансированием? А... Я может, думаю, не что может. здесь скорее всего здесь сокращения не будет. И несколько вопросов традиционного блица в конце угу. нашего разговора. Вы сами часто обращаетесь за медицинской помощью? Ну, я бы сказал достаточно нечасто. А есть свои доктора? Кстати, вот как относитесь к частной? медицинской помощи к частным врачам, к семейным врачам? Ну, к частной медицине я отношусь положительно. Почему? Потому что это альтернативный вид помощи, правда? И он должен присутствовать. Мы все разнимся, в том числе и по доходам. Есть определенные привычки населения. И тем более на сегодня частная медицина, она может входить в программу обязательного медицинского страхования. То есть участвовать в ней. Препятствий нет. А препятствие пока заключается только в одном, в том, что пока еще те тарифы, которые у нас действуют в системе обязательного медицинского страхования, они не очень привлекательны, мягко скажем, для частной медицины. Семейный врач, мне кажется, что все-таки за семейной медициной очень во многом будущее. Плохо приживается у нас. Плохо приживается, но мы же все-таки посоветские люди, понимаете. Поэтому особенно она нужна и востребована должна быть на первом этапе в сельской местности. Фактически там врач, и на сегодня он очень много выполняет эти функции. Угу. Поэтому необходимо их просто узаконить. Что касается того, если у меня свои врачи, ну как-то так вот сложилось за последние годы, наверное, больше, э, в большей степени это стоматолог. А в остальном, ну, на все свои. А что бы вы изменили в законе о здравоохранении? В законе здравоохранения вы ведете речь о федеральном законодательстве, да. потому что мы считаем, что наш областной закон достаточно такой передовой. Мы над ним очень много поработали совместно с правительством. Я думаю, что это решение вопроса о финансировании расходов на лечение орфанных, то есть редких заболеваний угу. за счет средств федерального бюджета. Пока, к сожалению, это отнесено к полномочиям субъектов. А субъекты и так дефицитны. Поэтому, наверное, тут нельзя закрывать глаза на эту проблему. Этот вопрос и эта проблема постоянно поднимаются в нашем российском здравоохранении, и мы испытываем большие надежды на то, что все-таки решение будет найдено. У вас работа еще только начинается, все впереди. Вам успехов, и я думаю, что мы еще не раз встретимся у нас в студии. Спасибо, Сергей Спасибо. Дмитриевич. В студии был Сергей Имануилов, председатель Комитета областного собрания депутатов по здравоохранению и социальным вопросам. Всемирная организация здравоохранения назвала страну с лучшей медициной в мире. Это Куба. Всем известно, что Куба страна долгожителей, а высококлассная медицинская помощь оказывается всем гражданам бесплатно. Эксперты уверены, что мир должен поучиться у этой страны. Вот такие дела. До встречи!